Погодка классная сегодня. Облака такие красивые. В Никосию едем. Это море проезжаем. Какие клумбочки красивые посреди дороги. Сейчас все желтенькое. А чуть позже начнут расцветать розовые цветочки. Это мы уже в Никосии. Моря здесь нет. В центре острова находится город, столица. Так что море сегодня я больше не буду показывать. Помните, я уже снимала как-то это место. Мы собираемся переходить на другую сторону, поэтому я не брала с собой стабилизатор, к сожалению. Придется поснимать так. I don't know. I remember this animal. Yes, I think they break it. Гляньте на этого ослика. Помните его? Ослик из дерева тут. В duty free между границами. Прошли паспортный контроль. Перешли на Северный Кипр. Муж собирается покупать в аптеке какие-то специальные особые витамины, которые только здесь он нашел. Ну а я просто так составлю ему компанию, поснимаю что-нибудь интересное. Мы тут были последний раз в октябре, и вот сейчас я смотрю, уже все открывается, оживает. Деревца какие-то свели. А вот эта стена старинная, которая в виде звезды, по-моему, 11-угольной, если сверху на нее смотреть. Старинная постройка от прошлой цивилизации нам досталась. Вот немножко старинных сооружений. Yes, yes, it's here. You want to go to drink this nice irani? I think they should be open. If they have tourists, they should be open. Интересно, что они делают. Record. А, yes, they really record. Они там что-то снимают. They put something, but they record. Yes. Ну, что же они там снимают, интересно. А, they take measures. Maybe they will remake it? No, no. This is Greek, what they say, what is written on the stone. What is Greek? So they want to change it. I hope they will not change something. Yeah. Everything was Greek. Разные интересные штучки. Yes, I remember. Yes, the supermarket, I think it was here. No, not this one. Supermarket. Yes, I think. Здесь мы как-то тортики кушали с мамой. А здесь тогда не было столиков, стульчиков. They didn't have here to be outside these tables when we've been. No, it was October or November. It was nice weather, but it was like October. Это мы тут в подворотинку в одну зашли. Муж решил, что здесь сдают в аренду что-то. Какие-то домики или комнатки. Наверное. Look, it has numbers. Yes, yes, looks like hotel. Так что это, наверное, в аренду сдают эти домики, комнатки. Что-то такое. У них даже номера есть. Интересно как. Кошечки. Двигаемся к выходу, идем.
дальше. Аптеку мы пока что не нашли. Точнее, мы нашли, но там не было того, что нам надо. Мы будем искать. Идем поменять денежки. Евро на турецкие лиры. Там мы куда-то еще заприли. О, какая арка красивая. Это смешной дядя Морозильщик. Where is the box? You think it's everything gold? Там что-то старинное обваливается уже, видно. Приготовили к реставрации. Много камней. Купила пряжу для себя. Нашли аптеку, муж купил витаминчики. Сейчас мы ищем, где можно что-нибудь перекусить. Зашли в ту же самую кафешку, что мы были в прошлый раз. Сейчас изнутри. Айран у них очень вкусный и дешевый. А это нам уже перчики принесли. Так, мы уже принесли вот такой сверток. И там что-то. Что-то, по-моему, мясо, овощи и йохан. Йохан сыр. Ням-ням-ням. Фу, мясо. Выпало. Я себе омлетик заказала. И вот это. The drink you fork anyway, but the didn't drink you nice, only fork. Нет, такой омлетик без мяса, без бекона. И салатик вот такой вкусненький. Хлебушек. Лаваш. Yes, probably. Ah, you have two. Okay. Thank you. You want some pepper? Yes, I want, of course. Yes. Все, приятного аппетита. Мы зашли в магазин сладостей и купили себе немножко сладенького попробовать. Турецкие какие-то сладости. Вот. I don't know. It looks like African Indian. Interesting. Мы чуть-чуть заблудились и пошли во вход. Нам нужно выйти обратно к пропускным пунктам. Прошли турецкий пропускной пункт. Сейчас идем на кипрский. У нас такие покупочки тут. Помню, меня как-то задержались такими сумками. Проверяли, что у меня там внутри. А я пряжи накупила. И не только пряжи. Белый это турецкий кипрский, а красный это обычный турецкий. А тут такое алоэ огромное. Домик заброшенный. Every time I come here, I watch this aloe is terrible. It's huge. Вот, это apple cake с песочным тестом. И вот это пастичо. Ну, это как не меренга, а что-то сделано, по-моему, из миндальной муки. Вот такое сладенькое, это мой муж себе заказал. А я яблочный пирог. Вот, вкусный, кстати. Едем назад, домой. Все, скупились, теперь уже точно домой. Всем пока!